День физкультурника в Нарьян-Маре отметят первым в истории чемпионатом по уличному баскетболу. Соревнования намечены на предстоящее воскресенье. Площадкой для игр станет городской центральный стадион. Помимо прочего, в этот день традиционно пройдет и турнир по мини-футболу. Заявки от команд уже принимают в Комитете по физической культуре и спорта. Телефон для справок вы сейчас видите на своих экранах 2-18-30. Поучаствовать в спортивном празднике сможет любой желающий, ограничений нет, сама же программа чемпионатов пока не определена. Это сделают чуть позже на судейской коллегии, когда станут известны все участники. Что касается погоды, то в воскресенье ожидается благоприятный прогноз. По данным метеорологов, в день физкультурника воздух в городе прогреется до 19 градусов тепла. Осадки и ветер не намечаются.